Жители микрорайона «Новая деревня» в Пушкино беспокоит начало строительных работ рядом с их домами. На поле планируется складское помещение, уже установлен забор. Такая перспектива волнует жильцов, а именно, останется ли дорога, которая ведет к их домам. С вопросами по проекту они пришли на выездную администрацию. Там их принял первый заместитель главы администрации округа Пушкинский Андрей Морозов и пообещал разобраться в этой ситуации. Организовали встречу жителей микрорайона с представителями застройщика. Договорились о создании инициативной группы со стороны граждан в количестве там, от 5 до 10 человек, совместного чата. И также договорились и дали свои утверждения в том, что мы оставляем данную дорогу для проезда жителей. Мы сооружаем тротуар своими силами для прохода жителей. Ну и, естественно, для дальнейшей коммуникации создаем средства данной коммуникации. Жителям привезли проект. Представители застройщика показали людям, что и где будет. Дорога предусмотрена. Обсудили и установку шумоизоляционного экрана. Пока нас устраивает. То, что и дорогу нам обещают двухсторонне сделать, и пешеходную дорожку. А шумозащитный экран под вопросом, так как они будут проводить экспертизу. По результатам сейчас остаются еще какие-то вопросы? Ну, по результатам пока нет. В конце встречи все результаты и пожелания от жителей были зафиксированы. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.